Оттава, столица независимого государства, в составе Британского Содружества была обозначена королевой Виктории в 1867 году. 1 июля 1867 года был подписан акт о Британской Северной Америке, объединявшей в то время три провинции. Главой государства признают английскую королеву, в данном случае Елизавету II, которая представлена в доминионе генерал-губернатором. Резиденция генерал-губернатора находится недалеко от парламента, в парке. Здесь посажены деревья мира многими главами государств. Скажи что-нибудь. Посажен лично Борис Николаевич Ельцин. Тысячи островов – это природная достопримечательность Канады и США по реке Святого Лаврентия. Архипелаг простирается в 80 километрах по течению от города Кингстон, Онтарио. Эти острова были весьма популярны как курорт в конце 19-го – начале 20-го века.
Здесь соорудил свой замок гостиничный магнат Больт. Существует много легенд об этом замке. Торонто – крупнейший город Канады, центр провинции Онтарио, расположенный в северной части озера Онтарио. Это один из крупнейших городов мира и по уровню жизни занимающих 4-е место в мире. CN Tower – самая высокая телебашня в мире до 2007 года. Дивная набережная озера Онтарио. Торонто имеет прямоугольную сетку улиц. Под видимыми небоскребами находится подземный отапливаемый город, куда в суровую зиму перемещается деловая часть города.